Я тут альбом сейчас смотрю с фотографиями с дочкой и наткнулась на... У нас была вот лабрадорчик Молли. Мы ее купили после свадьбы. У нас была свадьба с мужем в 2012 году. И мы ее купили сразу же. И такую маленькую. Ездили в питомник. Она у нас прожила только 7 лет. В доме она у нас жила и на улице. Дом частный был. То есть вот такие вот фотографии. Я люблю фотографии. Это память. Здесь мы прыгали с турецкого моста. С веревок. Мой муж альпинист. Ой, сколько мне здесь лет? Какая я здесь молодая? На озеро, на природу, на шашлыки мы с ней везде были.